Меня зовут Александр. Я 6 лет воспитываюсь в детском доме. Я не обижен на своих родителей, потому что такое может случиться с каждым. И это судьба выбирает нам дорогу в жизни. Занимаюсь там футболом, баскетболом. Люблю автоспорт. Ну, учусь на тройке, четверке. Двоек нету особо. Ну, мечтаю попасть в высокий автоспорт и поехать в Японию на D1. Изучаю в интернете там про машины, про всякие правила, как все должно устроено быть, сколько расходов должны быть. Мне в велопробеге понравилось все. Как я нашел себе новых друзей, увидел много разных мест, общался очень хорошо. Велопробег меня научил как бы понимать людей не по внешнему виду, а когда с ними пообщаешься только. Просто когда я в первый день увидел некоторых ребят, я думал, что они как бы плохие, а потом с ними заговорил, и они оказались хорошие и добрые. Для меня хороший человек – это когда он может постоять за своего друга, добиться своих целей, быть добрым и никого не обижать, и особенно младше себя, которых. Плохой человек – это когда он пользуется своими друзьями, не помогает ими, а хочет, чтобы они ему помогали, а он оставался в стороне. Я хочу, чтобы у меня было двое детей, один мальчик и одна девочка. Мальчик, чтобы был мужественный и занимался спортом, а девочка, чтобы занималась танцами и коньками. Важное воспитание детей – это чтобы не навредить их психике. Я не буду на них орать. Если у них будет что-то не получаться, я буду им объяснять каждый раз и снова. Здоровье близких очень важно в нашем мире, потому что у нас цивилизация может испортить здоровье, и нужно следить за близкими и за собой. Я веду активный и здоровый образ жизни. Не курю и стараюсь, чтобы мои близкие тоже не употребляли плохие вещества. Я пришел в проект не для того, чтобы найти себе новых родителей, а для того, чтобы помочь своим друзьям, у которых нет родителей, чтобы они нашли свой дом, свою семью. Я просто вижу своих маленьких друзей, которых обижают, и они хотят тоже попасть домой, к своим новым близким. Я хочу доказать всем людям, что дети из детских домов, они такие же обычные дети, как обычные дети. При поддержке компании «Красцветмет».